похоже так, что я всегда хотел быть священником, сколько я себя помню. И я стал служить, наверное, где-то в трехлетнем возрасте. И у меня было игрушечное облачение, филонь, и петрохиль, палица. И почему-то я из круглой коробки торта любил делать белый клобок. И служил в этом белом клобуке. Ну, а где-то уже к 5-6 годам я мог наизусть служить панихиду и молебен. Знал тропарь. Thank you.
Thank you.